As Darova Bandida, os. E assim dá, pode ir. У вас на ковре несчастные случаи были? Нет, но родители всячески к этому подталкивают. Это Дмитрий Гранкин. Всем привет. Он сегодня стал еще старее. Всего лишь на год. Всего лишь на год, к своим 50. Да. Давайте поздравим Дмитрия. Не надо поздравить. Вот эти аплодисменты, Дмитрий, сейчас для тебя. Не слышали аплодисменты. Но они есть. Да. Просто это, ну, так себе популярность. Спасибо. Спасибо, братцы. Спасибо вам большое за поздравления, за эти аплодисменты. Это так важно для меня в мои 50. Как это называется, Миш, то, что ты сейчас показал? Мохэ тотсу, беру, а не гащи мас. Знаешь своих соперников? Да. Господин Петраков. Затащишь? Дело было так. Она вышла на ковер, схватила двумя своими мощными руками-базуками оппонентшу, подняла ее и положила на 12 баллов. Оппонентшу. Оппонентессу. Миша, несчастные случаи на ковре были сегодня? Чуть-чуть, да. Ну, мелочи жизни. Подблюванул чуть-чуть, ну с кем не бывает. Перенервничал. Далечко мы едем. Просто энергия прет, прет, прет энергия, хлещет. Ну что, куда как? Куда как? Вот куда-нибудь, как-нибудь. Бабушка Гранкин. Это сложно завязать его уже правильным образом. Интересно, бразилы за это продадут тебе анафеме, за неуважение к Ойсу там или еще что-то? Почему я его уважаю, знаешь как? Ванна, да? А, как много спаррингов на тренировках? 7-8 тренингов de sparring por dia. É. Не понимает пилочек. 7 искр в день. 7? 7. 7. Тренировка очень сильная. Я ухожу очень устала. Балан, как позанимался на улице? Промок весь. Дождь идет, это что? Сидр, Red Bull, шампанское, виски. Все на любой вкус. Да хер мы клали на фаворита. Я ему обещал, что Люберцы Дистрикт это опасное место. Ну окей, а кто сильнее, Брюс Ли или Чак Норрис? Брюс Ли. В фильме это было прям видно. Ну, он пиздил, и еще вырвал у него волосы на груди. Сделал вот так вот. Давай. Не-не-не-не-не. Давай, давай, давай. Не, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. О, ты мой хороший. Ну что еще? Что еще сказать? Тост. Еще не принесли. Жень, тебе было больно? Мне было страшно. А больно? Я не думал о боли в этот момент, я боялся. А кто пустил этого идиота в магазин? О, слушай, ну он по акции. Косы. Ой, я смотрю, БЖФИК появится продолжение. А мы в прямом эфире, как а обычно. А что это такое, это виски? Вискарь, да. Я тебя знаю, ты же потом выложишь это все. И опять я буду знаменит на всю страну. Меня и так знают, в общем-то, в мире БЖЖ, но если я сниму штаны, то обо мне будут знать абсолютно все. Я не готов. Парни, кто завтра затащит король мата? Эрберт Сантос или Адам Боржинский? Сейчас блогер с***. Нет, а ты скажи, я футболом не интересуюсь, да. Я реально не интересуюсь футболом.